Приветище, это фастфуд менеджер, и мы продолжаем. Продолжаем прохождение этой увлекательной игрухи. Готовить еду и кормить людей. Вот таких вот странных, красноволосых атоматы продолжают прыгать на моей морозилке. Видимо, им так и нравится скачущим этим томатом. О, дверки надо открыть. Башку я об дверь ударился. Стой, морозилочка, ты мне не нужна. Я хочу дверь закрыть. Да что ж такое-то? Не могу войти в свой магазин. Шаурмочный магазин. Ну что ж, включаем, значит, open значок, и наша шаухма открыта. Значит, что мы будем сегодня делать? Не-не-не, шауху готовить мы сегодня с тобой не будем. Вначале нам нужно поймать этих наглых красных помидорчиков. Идите сюда, перцы. Я сейчас вас поймаю, я же поймаю. Черт, это знаешь, как будто ты в тире в мишень пытаешься попасть. Есть один, словил. В тире, когда мишень двигается, ты хочешь подстрелить ее и выиграть игрушку, но не получается, и ты бесишься, и вот тут... Есть, кажется, еще один помидор поймал. Или... Черт, я просто взял помидор и выкинул его обратно. Стой. Погоди, не катись, не закатывайся под морозилочку. Вот так. Значит, дама пришла, говорит, сделайте мне шауху. Я же открылся, вот эту шауху надо выкинуть, потому что она сгоревшая. Ее никто есть не будет. Че она хочет с огурцами, с томатами и капустой? А у меня здесь морковка, огурцы и капуста готова. Ладно, сделаем ей, значит, вот томаты, вот эти скачущие наглые томаты. Сейчас я их порежу. Вот. Стой, ножик, подожди, надо же порезать тобой. Вот, томат я порезал, огурцы, идите сюда. Пару огуречников. Сейчас разложу вот так вот. Чпиньк. Да что ж такое-то, ножик? Че ты под огурцы ложишься? Шаурмы. Значит, огурчики, томатики, капусточка. И все это мазиком приправить. О, отличная шауха. Я такую тоже люблю. Вот, только... А, нет, такую не люблю. Я с курицей люблю. Все. Твоя шауха запекается. Подожди минуточку. Минуточку. Я продолжаю ловлю томатов. Один остался. Сейчас я его... Есть, я последний поймал. И можно его в утиль нафиг выкинуть, чтобы он меня больше не бесил. Наконец-то я разобрался с этими скачущими томатами. А у нас уже вечереет. Сколько времени-то вообще? Шауха горит. Горит. Я уже чувствовал этот запах. Держите. Слава богу, все успел. Значит, смотри, у меня в правом верхнем углу написано, что в еда с пола нужно газировку, круассаны, а с пола док-хот газировка. Но я газировку там не продавал. Значит, еще говорят, что надо шавуху... Подожди, минуточку. Надо бы в шавуху продавать что-нибудь там, например, напитки. Вот давай вот этот пивосик возьмем, вот сюда поставим. Потому что этот пивосик я не могу затолкать своего менеджера, который стоит здесь и ничего не делает. Ты что-нибудь продала уже за сегодня, а? Я не вижу, чтобы к тебе клиенты подходили. А вот ко мне подходит красная дама, мадама. Значит, берем шавуху, мясцо, надо нарезать мясцо. Мясцо нарезали. Как ароматно. Капуста. Капусту надо с морозилки. А нет, капуста у меня в карманчике. Капусточка. Нарезаем. Кстати, а можно... Подожди. Можно на полу порезать? Вот чисто интересно. Чисто гипоти... на полу, прикинь, потоптаться, попрыгать по этому всему. Фу-фу-фу, какая противная история. Зачем я это сделал? Ну так вкуснее будет. Я сейчас все зажарю, будет вообще перфекто. У нас все чистое, приятное и красиво. Так, куда-то случайно капусту закинул. Капуста, ты где? Выходи. Капуста. Капуста исчезла. Черт, я думал, я ее под поднос закинул. Нет, а точнее под доску. Но нет. Сготовилась? Готово. Пожалуйста. 31 градус на улице. Ух, какая жарень. А вы шауху горячую покупаете. Значит, новый посетитель. Блин, было бы прикольно сделать из этой игрухи MMORPG. Прикинь, тут с друзьями соревнуешься. Вообще обалденно было бы. В гости заходишь, смотришь, как у них там все сделано. Кстати, тут у одной 8 лет исполнилось. Называется она, знаешь как? Аркейдж. В честь этого события игра обновилась и стала свежее. Добавили новую специализацию танец, так что теперь танцуй по полной и помогай своей команде, или ослабляй вражин. А чтобы танец был ярким и крутым, нужно приодеться, как же без этого. Поэтому собирай новую коллекцию одежды. А если соберешь весь новый гардероб, то получишь титул легендарного коллекционера. Конечно же, в игру добавили новые места, чтобы тебе было не скучно. Например, темница кошмаров. Если не боишься, то спустись в нее и открой все двери, чтобы сразиться с героями из прошлого. А победитель заберет сундуки с золотом и экипировкой. А самое актуальное в нынешнее время. Серверы Arcage находятся в России, а значит, проект никуда не уйдет и продолжит радовать своих пользователей новым контентом. В общем, переходи по ссылке в описании и пробуй сам обновление Arcage. Сейчас мы, короче, сходим с тобой в магаз. Держи. Но сперва надо забрать бабки. Давай я бегу, это все. Сейчас я бегу, забираем бабки.
$20 за сегодня. Ничего так не густо, я бы сказал. Бежим, короче, в магаз. Значит, закупочный вечер у нас, да? Покупаем газировки в большом объеме. Сосисочки. Конечно же, сосисочки. Давай 10 штук возьмем. И, пожалуй, для своей шаурмечной купим стулья. Стол я купил уже. Купим 2 стула. И поставим их. Милый дом, наконец-то. Давай-ка мы тут немножечко себе кухню сделаем. Нужно же здесь как-то что-то на вечер-то готовить, правильно? Хотя, что бы тебе в перекусочной твоей не сготовить шаурму и домой вечером не принести? Тоже не понимаю сам себя вообще. Странный я типок. Значит, ну вот, кухня у меня обустроена. Конечно же, ванну давай еще купим. Точнее, душевую кабинку. Какая-то она странная, как в нее войти, как в нее влезть. Странный куб, в который не войти. Где же мне мыться, в унитазе, ты что ли? Окей, хорошо, значит, телек. Давай купим телек. Кстати, я же телек покупал. Я покупал телек. Вот этот вот странный единорожка пиксельный. Так, подожди, как-то странно. Куда у меня телек? У меня что, телек украли или что ж? Как это так по... Кровать, давай нормальную кровать купим. Вот, и поспим, надо нормальной кровати. Вот, наконец-то. Но с телеком надо будет разобраться. Я и телек покупал, тумбочку внизу, и шкаф покупал. Странные дела, очень странные. Ладно, выходим отсюда. Утро уже началось. Хочу посмотреть, что у меня там по рейтингу услугам. Я в какой-то жопе, как всегда, на самом дне. Самое бесячее, это то, что нужно по утрам пробегать и открывать магазины. Почему я не могу это делать с мобильника, я до сих пор не понимаю. Через Wi-Fi, знаешь, так хопа, и свой ларек открыл. Это же просто гениально и очень просто. Но разработчик что-то до этого не додумался. Open. А я пошел свою шаурмачную открывать. И сейчас мы здесь откроем еще новую единицу торговли. Например, я же газировку купил. А, подожди, подождите минутку. Уже шауху кто-то захотел. Может, вы присядете? Вот у меня стол стоит, а я сейчас стульчик здесь. Чпиньк. Задача выполнена. Это хорошо. Блин, почему за задачи, за выполнение задачи не дают тут денег? Значит, вы хотите шаурмечку, мою милую дама-мадама, вот такую вот мясистую с капустой, с помидоркой, с кетчупом, с мазиком. Параллельно тут работаешь и еще шауху успеваешь делать, это хорошо. Значит, помимо этого, мы сейчас, где моя шаухма? Продаем еще газировку, которая стоит у нас дорого, $5, это шаурмечный что-то хотел. Не хочешь покупать, иди в пень. Вот так вот тоже за $6. Очень дорого, прям капец как. Открываем. Хух, успели. А, и 2 бутылки пива, минуточку. У меня еще лицензия-то не прошла. О, 2 шаухи запросили. У меня лицензия-то еще не прошла, минуточку. Пиво. Вот такое, у меня 2 пива есть. Поскольку оно последнее, ценник на него будет просто адовый. $10 за бутылку. Когда в соседнем, вон там в хот-доге, можно купить за 7, по-моему, или за 6. Сейчас двойная шаурмочная. Огуречник. Огурцы кончились. Сейчас порежем. Огурец теперь прыгает вместо помидора. Так, режем огуречек. И здесь огуречек. Огурец и туда. Я добавил сюда и туда. Это все надо сделать мазиком. Вот так. Завернул и сюда вкинул. Вот, 2 шаухмы. Запекается. 3-я шауха. Она у нас будет состоять из чего? Она будет у нас состоять из капусты. Кто такую шауху заказывает? Ты что, сдурела что ли? И мазика. Все, это вся шауха. На, тебе сырую. Кушай. Сырая тоже вкусная. Что у меня тут? У меня тут все. Значит, майонез, морковка, капуста. С мясом. С мясом тебе, мужичок. Он доволен, он счастлив. И вот тебе, дама. Что-то не то. Ладно, дама, дуй отсюда. Значит, дуй, раз тебе не захотелось мою шауху. Что-то я там не то положил, видимо. И она забрезговала. Меня только что кинули. Просто капец как кинули. Смотри, заказ висит, но здесь никого нет. И здесь никого нет. А я даже не посмотрел и просто начал готовить. Куда этот чукча убежал? Куда? Я сейчас ему пендаля отвечу. Мистер полиция, меня кинули на заказ. Черт подери, тут еще новые заказы. Вот эту фигню тогда надо выложить. Срочно, очень быстро готовится. Так, чувачок, я ж тебя найду. Где ты тут ходишь? Я тебе все сготовил, а ты куда-то слился. Бегаешь такой шаухой и ищешь этого олуха. А, все, он уже ушел. Погоди, это не он, это дама. А, черт подери, бесит такие. Дама захотела просто
как кто так ушел иди в веганскую кухню? Кто так ушел хуй заказ, точнее, не понимаю. Ты что, трещара, ты анорексичка, что ли? Почему ты заказываешь... Кто заказывает капусту в лаваше? Ну, что это такое? Блинов с капустой поешь, я не знаю. И то блины с капустой и с яйцами делают. Боже мой. Уберите от меня вот таких клиентов. Кстати, газировку у меня никто не покупает. Газировку, круассаны и пиво слишком дорого. Говорят, типа, не-не-не, спасибо. По прибыли. О, прибыль на сегодня, смотри, какая. Еда с пола $400 уже заработала. С пола хот-дог вот столько заработал. О, подожди минутку. Чуть не спалил. Значит, сколько заказов сразу прилетело. Значит, нужно сделать что? Правильно, ценник снизить чуть-чуть. Вот на столько. $8, пивосик. И... нет, 5,5 сделаем. Вот. А, и газировочку. Газировочку давай сделаем 4,5. Вот, посмотрим, как пойдет. Нифига себе, тетка пришла, говорит, дай мне 3 шавухи. Это с чем? Капуста, помидор, кетчуп, майонез. Не то. Значит, 3 каких-то беспонтовых шавухи одинаковых. Ладно, не вопрос. Я тебе их даже запекать не буду, потому что это какая-то веганская шавуха. Вот, значит, у меня капуста. Надо так вот быстро накидываем. Ну давай же, хватай себе капусту. Ну что это быстро не получается. Фаст изготовления шавухи. Значит, вот это с чем? Майонез, морковь. Так, это значит тебе вроде, да, все правильно. Давай шустрей. Тебе. Я ему отдал, но он ушел, скотина. Меня опять кинули. Так, подожди, куда ты пошла, тетка? Стой. Смотри, она заказ сделала и куда-то смоталась. Я сейчас ее догоню. Значит, быстро. Я сейчас ее догоню. Догоню тебя, скотобаза. Побежали. Куда-то она сюда пошла. Ты где? Куда она слилась? Она же сюда куда-то пошла. Вон там, на той стороне. Это ты? Тебе заказ надо отдать? На! Коза, я тебе отдал заказ, но она... Вот ты... Очкарик в темных очках. Просто других слов нету. Вообще, что за кидало началось? У меня так ни в хот-догашной, ни ларьке-марке не кидали. 2 раза за день. Это жестко. О, кто-то захотел круассанчик. Минуточку, круассанчик. Это всегда, пожалуйста. И ты тоже круассанчик захотел? Смотри-ка... Пошлю делю. Значит, капуста, кетчуп, майонез у меня уже готово. Ладно, для вас, мадам, вам запеку. Короче, у меня созрела идея. Значит, я сейчас просто раскидаю ножики. Один сюда, другой сюда. И буду сейчас уже конец дня, в принципе. Скоро все закроется у меня. По времени чего у нас? А, нет, еще не конец дня. И хочу сейчас нарезать кучу. Ух ты, сколько заказов. Блин, подожди, чувачок. Заболтался, шавуха лишняя осталась, черт. Так, короче, мы закрыты, все. Усо, всех обслужил, слава богу. Нам нужно сейчас накинуть куча всего в наш вот этот поддон с овощами. Придется сейчас изрядненько вечерком все порезать. Короче, вот так вот все заставил. Опять прыгающие помидоры. Что сейчас будет тут происходить? Все помидоры валятся на пол. Ух, горячо. Берем, значит, ножик. Можно было бы в две руки бы положил. Что, еще и ножик прыгать начал? Смотри, помидоры. Армия помидоров, которая убегает. Но нет, я вам не дам сбежать. Присяживаться здесь нельзя, к сожалению. Блин, они сейчас туда закатятся, я их потом не достану никогда в жизни. Блин, один помидор туда закатился. Стухнет и достанется муравьям или каким-нибудь тараканам. Слушай, а вот эксперимент. Я смогу порезать помидор, который скачет, нет? Я воткнул... Воткнул ножик в стенку и на него попал помидор. Вот это да. Вот это я. Метатель ножей. Как четко. Так, ножик, стой, не прыгай. Антисанитария на кухне, все дела. Да какая антисанитария? Подумаешь, по помидоркам ходишь. Ничего страшного в этом не вижу. Теперь это все нужно уложить аккуратненько. В больших порциях. Чтобы я больше никогда не нуждался в нарезке помидор. Самое беспонтовое, что вот ты тут сейчас нарезал кучу помидор, да? А они же там могут пропасть. И потом все это тухлое придется выкидывать. У меня уж башка закружилась вот так вот туда-сюда. Ну вот теперь точно последнее. Фух. Теперь переходим к огурцам. Огурцы вас нужно... А, кстати, вот тут давай попробуем. Нифига себе их раскидывают. Они как из пулемета вылетают. Значит, пару огуречиков надо нарезать. Теперь огурцы убегают, да? Ну ничего. Сейчас мы их быстро подчикаем.
Кстати, что там насчет мяса? Оно не пропало у меня вообще? Что оно там, как? О, скоро пропадет, но тут еще 25 порций, блин. Надо достать еще морковку, морковку заправим. Вот, на 15 порций можно еще морковку прям всю сюда выпить. О, и, конечно же, капуста. Капусты. Вот мне нравится капусту больше всего резать, потому что ее тут сразу же куча прям нарезается. Вот так вот. Вот, в принципе, и все. Давай, хватайся, капуста что-то не берется. С овощами закончили. Все отлично. Значит, вот это вот можно выкинуть, бабки собрать, в магазин сбегать, все затарить. А, подожди, давай посмотрим задачи вообще. Что мне там по списку дел нужно, чтобы открыть следующий пункт? Нужно заработать 2000 долларов. Получить лицензию на продажу разливного пива. Вот еще что нам нужно. Разливное. Но это, я думаю, уже мы сделаем в следующий раз. Купим лицензию, купим кегу, зальем туда пиво и будем продавать шаурмечные. Это все дело. Так что, если ты не хочешь это пропустить, то ставь лайк и подписывайся на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы, собственно, и увидимся. Так что, до встречи. Жду тебя в следующем ролике.